Здравствуйте, с вами канал Allegich Games, это Илюша. Продолжаем играть игрушку Final Fantasy 13. Продолжаем с того места, где остановились. Итак, ваниля дна. Саш куда-то пропал. Ищем его. You don't want to leave Saz behind? You scared me. What's up? I'm just thinking. Don't blame yourself. You know, you can't control who a FLC picks for a focus. My son Dodge. He was picked. He's a lessee. He said he wanted to see a foul sea, so I took him to go on a tour of the Uridae Gorge plant. Thought I'd surprise him with a chocobo chick to take home, but the second I turned my back, into the energy plant he went. Dodge! Dodge, come out here! Dodge, I know you're in here. Dodge! Where are you? Say something! Dodge! Hey, what's wrong? Dodge! Daddy! It's all right. You okay? You're not hurt, are you? What's that? Apparently, those post-Lassie had snuck in and tried to attack the Sanctum Falci. It did the only thing it could and made Dodge a Lassie to protect it. My son, he got picked by a Sanctum Falci. He's a hero. But we're post-Lassie. Dodge's enemies. Psycom showed up right after that to take custody of him. Then, it was one test after another. Even then, they couldn't figure out his focus. Maybe it was look for Pulse-Lacy, maybe it was kill him. Either way, how could a kid that young even stand a chance? After he was made a Lacy, Dodge had some way of sensing things from Pulse. He was the one who found the Pulse foul sea. But the kid can't fight. So, that's why I put myself on the train to Purgeville. I figured his focus had to have something to do with destroying that Pulse foul sea. Thought I could do it for him and, well, you know the rest. If I was right about his focus, he's probably a crystal already. Of course, if he was supposed to take out that thing's Lassie, then either we die, or he's a Seath. Die? Really? It's a pickle, all right. The bird says no. Hmm.
Ваниль держала за руку его сына, пока он там лежал. Все-таки у нее есть свои тайны. И я думаю, мы в скором времени о них узнаем. What is that? A device that makes bad weather. Come out to play in the rain, did you? Isn't that adorable? Сферы контроля климата. Эти сферы управляют уровнем осадков в окружающей области. Определенные животные боятся дождя, укрываясь во время штормов. Однако, неосторожно ими пользуясь, можно привлечь дикую живность, которой вода приходится по душе. А какая нам разница была сражаться с гремлинами или с этими окуньками? Честно говоря, даже не знаю, как лучше. Пускай назад будет погода. Ёпстиль, там дракон какой-то. Дракона не хочу. Прогоним. Вот в чем фишка. Мы непогодой прогнали дракона. Идем сражаться с окуньками. Не очень понятно, зачем так много этих шаров. Если мы вернем погоду, опять дракон вернется. You notice anything different about the local wildlife when the sun's out? Да, дракон опять на локации. Огромный и страшный. Нафиг он нам нужен.
Будем гулять под дождем. Странная фишка, но это Final Fantasy. Еще один шипастый монстр, не хотелось бы с ним сражаться, но хочется поднять шарик с лутом. Не могу поднять эту гребаную шкалу урона. Скорее бы уже они открыли своих каких-то идолонов. Я ими оружки прокачал до 6 ранга. Но они все никак не станут сильнее. Команда задохликов.
Едва-едва, но все-таки навык поднятия стаков урона работает, только на него надежда, но это очень трудно, да и оценили нас на 0 звездочек, а получили мы железный наруч. Сопротивление прорыву 30%. Ну, наверное, оно того стоило. Что такое прорыв, пока не знаю, но 30% мы уже получали от яда. Можем красиво много срезать. Только вот был ли там какой-то лут хороший. Лут, как мы видим, пропускать нельзя вообще в этой игре, потому что его очень грамотно распределяют. Команда разработчиков его сама пиханула на карту. Никого не вижу, но лягушек могу этих подснуть. Thank you.
разнесли команду квакеров, заработали много очков тактики. У нас вроде вся шкала заполнена. Так, действительно ли там ничего мы не пропустили? Не вижу никакого лута. Значит, не вижу смысла возвращаться. А на островках жабы просто ради графики. Приуныл. I'm sorry. Очень за тебя рад. Мне играть, блядь, когда у тебя лекарь не пассивен, это, конечно, голяк. Потому что к ним надо подкрасться. И они хоть в упор стоят, но не видят. Надо всем зайти со спины. Кажись, удалось. Если кто смотрит и не понял, эти грязевые лягушки работают как некроманты какие-то. Они призывают лягушек в бой попроще. Я в предыдущих боях сносил обычных лягушек, оставлял этих на потом. Но это так не работает. Я сношу две жабы, а эта грязевая возвращает в бой. Потому заниматься надо ими. А так как тут все три такие, то, конечно, радости. Но за лечением надо следить. Thank you.
Почти умер. Опять. 25. Да легче с драконом было подраться, чем с этими жабами. Есть шарик с лутом. Я вот думаю, как бы обойти это все, чтобы поменьше драться. Может, удастся как-то так по краешку пройтись. Вот так просто перепрыгнуть и все. Но этого, конечно, чешуйчатого придется бить. Может, удастся их распугать. Уйдут эти, придет дракон, но я смогу лут забрать, потом вернуть. Помидор. Помидора я так не боюсь. Еще и подкравшись, вообще изи. Кольцо воды. Давайте же глянем, что дает. Сопротивление в воде 20%. Все пригодится. Весь лут пригодится. Ради всего этого мы и сражаемся. Тут мне интересно. Ёптель, тут не один дракон, их тут полно. Полно драконов. Один там и один там, да? Это намек, что мы просто, не меняя погоду, не пройдем. Ты не пройдешь, как говорил Гэндальф. Лута нет, а значит и смысла нет. Она нет и суда нет.
И погоды нет, и драконов нет. Ёптель, это 4 грязевых лягушки. 4 грязевых. Это ужасно. Стили приходится менять просто за секунды. Два стиля уже не работают, атакующий и лечебный. Теперь три. Атакующий, лечебный и тот, который быстро набирает шкалу урона. При том, что у них оружие 6 ранга, и так мучаться это нелегко. Right.
Им таки нужен свой эдолон. Нужен. Thank you.
Ну, ребятки, попотел. Два динозавра, и это, я вам скажу, еще те дела. Кольцо течения, кольцо молнии. Ух. Это, конечно, да. Если так будут бои дальше происходить, да ну его в баню. Hop, skip and a jump, and we're in Nautilus. The city of dreams. If only we were dreaming up those clouds. Итак, что по кольцам? Снаряжение. Молнии сопротивления 25. Это больше, чем раньше у нас было. У нас было на 20-ку, мы шли на 25. И кольцо, по-моему, тень, или как оно называлось. Черный пояс не оно. Течение. О, сопротивление в воде. Тоже мы на 20-ку находили, тут 25. Типа сложные мобы, но хороший дроп. Ладно. Прости меня за это. Этот бой разработчикам. Они нас типа наградили хорошими резистными кольцами. We can board the ship over there. Huh? Some more. Saz, do you hate Pulse? Why wouldn't I? Look at this mess it's gotten us all into. Of course, it's not to say I always hated it. Seemed fishy. All that Sanctum ranting about the threat from Pulse. A matter of time before they strike. Pulse is infested with monsters. Scare after scare. Not even a shred of proof. Tired old cynics like me? Mm-mm. We don't just swallow that tabloid crap. No, no, not me. I figured the Sanctum was up to something crooked. At least until I got dragged in. Yeah. Now that I think about it, all this purge business, it really only happened because Dodge found that Pulse Falsi. You're wrong. Huh? Don't blame him. It was all... Yeah, you're right.
right? It was that scum from Pulse behind it. I might as well have tried to stop the rain. I fought the tears, but they still fell. You're getting soaked. I'll be fine. It's only water. Director Roche, SciComm Division. Cocoon is caught in the grip of a pulse-borne terror. If we allow the sea activity to continue, panic will rip our world apart. The peace and stability we have fought so hard to maintain will be nothing but a memory. Pulseless sea threaten our very way of life. They must be eliminated. There can be no hesitation. That is all. If we fail, our citizens will pay the price. Task Force reporting. Begin operations immediately. Sir! We can make it. Get to the station and board the train for Eden. You think it's still running? Well, if it isn't, we'll make it run. Then punch straight into the heart of the Sanctum? Now you're thinking like a pulseless sea. Well, this is Operation Nora. It's not just snow I'm after. The Sanctum's gotta pay too. Hey, you're the one who said we had to fight. Every minute we waste, we're tempting fate. There's some underground tunnels not far from here. I used to play in them when I was a kid. No one uses the entrance anymore, so even the army doesn't know about it. But I know where it is. We can sneak in under their noses. Sounds good. Great. Here we go. No more rivalries now. SciComm's brought in the Guardian Corps. Okay. There's an old drainage pipe. We can use it to avoid being seen. The tunnel entrance is a little further up. Итак, Ваниль почти созналась, что она виновата во всех бедах. Что же она наделала, мы пока не узнали, но узнаем чуть позже. Мы возвращаемся к нашей мощной команде с хорошими навыками. Навыки, кстати, можно опять посмотреть, что-нибудь там распределить. Так как очки поднимаются, как я понял, на всю команду сразу. Перо Феникса, это очень хорошо. Перьев мы потратили нормальное количество.
А поднимать союзников иногда надо. Так. Посмотрим, что у нас с нашим кристаллиумом. 4300. Персонажи могут развиваться дальше. Появился еще один этаж прокачки. Пассивки, пассивки, навык дрожь. Наносит урон землей, целям в широком радиусе и увеличивает множитель урона. Что ж, отлично. Качнулись пассивно, правда, не все. Осталось ли где-то что-то не прокачано, можно проверить. Вот здесь вот пассивочка, не хватило чуть-чуть, это не страшно. Смотрим, что наш медик, синергист и медик. Есть ли новые навыки по медицине? Есть лечение 2. Это две цели сразу. Очищение снимает последний полученный негативный эффект. Ну, немножко силы, очков. Здоровья. Тоже чуть-чуть не хватило до конца. Это мы выкачаем буквально за 1-2. За 1-2 боя. По снаряжению. Что у нас? Я думаю, мы можем снять подвеску на защиту от яда. Вряд ли нам сейчас будут попадаться враги с ядом. Прорыв 30%. Какой-то ударный урон, который идет по щитам. Стальной браслет 150 хп. Можем взять защиту от прорыва 30%, это немало. Что же наш маг, наш лекарь? Серебряный браслет, это 50 хп. Мы находили намного лучше. хп и пассивный навык при малом количестве очков здоровья, прилив сил. Ну что ж, мне кажется, так будет даже лучше. Немножко качнули команду, немножко приодели. У нас есть 3 очка тактических. Мы сможем вызвать Одина, если это будет необходимо. И на такой вот оптимистичной ноте, я думаю, можно это видео считать законченным. Продолжим уже в следующий раз. Спасибо, что смотрели, если смотрели. Поставьте лайк. До следующего видео. Пока.